Давно не рейдит, но у них миллиард ЕП, и просто один раз в рейд залетают, блядь, забирают какую-то нужную шмотку и просто пропадают, ну. Один такой же перевод. Никто, например. Не знаю, макет какой-нибудь. Ладно, макет это рофл тут, правда. Жалко тут ИГшник. Вот бы танк найти в данж. Иди, мишка, пацан. Какой данж, печка? Ты же говорил, что в данж никогда больше не пойдешь, ты, Иван? Я понял, что монастырь Алого Ордена это не лоу-левел данж. Что значит не лоу-левел данж? А какие данжи лоу-левел? Все, что не монастырь Алого Ордена. Ну, в которых ты сидишь по 2 часа, а не пробегаешь за 15 минут. Так они длиннее, трэша больше. Не? Ну да, но, блядь, трэш больше, а награда после данжа. Так, я тут. Какой-то плюс идет к этому. Какой плюс? Ну смотри. Я пробежал, к примеру, 5 раз. И получал награду после данжа. Сколько там XP? 5000, да? Вопрос дополнительно. Или я сидел, блядь, и долбил этих мобов. Все смотря какая пачка попадется. Ты можешь, блядь, на так засесть. В любом инстинкте. Ульдаман, блядь. Ну, кстати, не такой долгий, если сразу стоять. Да, кстати, не сильно. Да там плюс-минус, как если танк в говне, типа не одет и постоянно там срывает и то еще туда-сюда. Тут тяжело. Я с такими, кстати, ходил. Кидаю один град, он тикает два раза, и все мобы уже на меня бегут. Это еще под гадюкой. Хорош, под гадюкой игру срывает лучше. Да? Нет, он просто бьет мобов, которые даже еще отрана не набрали никак. О, это да, это правда. Я так не делал никогда. Это правда. Ну, я так не делал. Чел, ну там спулили пачку, ты инста кидаешь свой ебучий град, я в этом больше чем уверен. Даже не ждешь, пока он треснет по всем мобам. Любой танк там лужи разольет, да, нахуй, или еще что-то. Так Владим подходит, освещение сразу же бьет. И чё? Ему надо еще побить немного, танки, потом ты уже врываешься. Пацан на танк это не играл, надо ему танк поиграть просто. Да надо было ему ебало сломать, нахуй. Я на Фенрире играл, там кинул ЛПшку, все, все на тебя. ЛПшка в один танк. Есть такие, дайте ему это, на ДК поиграть в ППшках, блять, с челами такими же, как он. Без Т4Т4, блядь. Потеряешь на ДК. Он там удалит игру прям инста, прям просто кнопку нажмет. Одну секунду. 32 секунды. Желательно, конечно. А сейчас надо кому-то этот топор? Чё?
чем? Чем пулять? Ты не РЛ, мы ждем РЛа. Понял. Ты этого РЛа самыми последними словами обзываешь. И тебя могу. На этой сфере пуляем. Хочешь? Я тебя тогда в рот насру. За что? А я съем, блять, и что дальше? Что за угрозы? За обзывательство. И издевательство над пожилым человеком. Похуй. Чё, похуй, приедет к тебе пенсионный фонд, будешь разбираться с ними. Ты ещё чего? Косты сбивать не будешь. Я забыл уже. Чё ты, дура, опять на эридарке? Да. Чепуха. Блять, блядина. Знаете, насрал вам, блять, лучше. Жрите. Смотрите, там не круто. Зашли. Ну, повесь. Сейчас повесится все на. Да я почти под самый конец. Подожди, у меня вопрос. А как ты на Азероне с кнопкой притвориться мертвым тебя пиздит? Я так что-то так задумался. Или кто? Нет, мобы. Он в СРФ просто, его все пиздят. Я от мобов не умираю, типа. А, они меня бьют, но не убивают. Ну, я просто отпрыгиваю там, но игрок начинает играть. Каст. Ой, что делать? Обоссаться, как ты сделал. Сильно. Урио, ага, ладно. Вы уже подойдите. Назад, назад отойдите. Вот к стене разлезь, которая вот где я сейчас стою. Подойдите уже к задней стенке. После молнии почему. Отошли назад. Шоколад, умрешь. Ну и Берн. Ты мне было научись, что он отойдет? Да там шоколад чуть не сгинул. Для кого лужи сзади разливали? Хуй его знает. Там в центре лужи, если чё. Ну вообще можно добить. И чё, вы бить перестали? Ебланы. Ведь можно добить, блять. И
почти никто не бьет. А я стоял, добивал. Красава, старый. Мне вообще похуй, у меня крест есть. Реально лучше. Ты чё, кунка? Кто такой кун? А, это тварчик. Нет. Думаю, еще. Я его на БГ видел, типа, блядь. Не, думаю, еще. Торрент, крест, корабль. Чел, я с вами не хожу в первом рейде, так что... Тайтбрингер. Ну ладно. Не повезло. Чем ты так душишь? Чем душу, блять? О, фау корец, ЛК есть, но рядом уже ГДК, ЛМ, Хантман. О, я пошел. Изи. Давай там с Кетлером удачи, первых 5 боссов о. Хотя бы убить. Я слышал, это топ РЛ. Хороший РЛ. Или нет, прям. И люди вокруг него такие же. Охуенные. А он вас всему научил, а вы теперь его хейтите. Да, научил пиво пить, блядь. Научил ИВК не закрывать. Погибли, идем. Что тебе надо? Шоколада. Вопросы? Что надо? Что тебе надо? И не вот это. Шоколада. Нормального человеческого. Ну а я что, не человек? Нет. Ты не шоколадный, ты чоколад. вот оно, Федька этот пришел в рейд. Шкаф поставь. Вот пришел. Да, спасибо, что пришел. Ты что, где ешь? Я бегу, я несусь. Я даже спринты включил. Понял, Сенк? Я научил его просто спринты нажимать. Так что, да. А, стоп, я вот он в шкаф точно. Че? Че? Два хпала будет. Рыли, два хапала. Не-не-не. Рыли, нига. А чё эти придурки, Мелвани, этот Сквернис тоже на X5 пошли, типа гильду сделали этот Сквернис, блядь, и той нас памят, блядь, по КД нахуй в чате. А, ну, гильдия вы... The Last of Us нужна активно. Да, игрока. The Last of Us, типа, это той нас памят, блядь, как-то Скверночкой, ну, короче, понятно, что Сквернис, типа. Интересно, а если я залечу на Локи петь песни, они поймут? Попробуй. Я залечу, скажу, что типа, вот Сквернис, ты на ДЦ, я на ходе, будем вместе обмазываться, да? Я ради этого готов даже докачаться на Локи. Чё, стартуем? Нахуя? Не, на это... Гера КД. Погибель. Откатится. Под это, под огонь как раз, наверное, или сколько там. Пул. 5, 4. 3, 2, 1. ПС не забудь. Хорошо. Забыл свой. Я так и знал, с ним блядином. Я забыл ХПС. И про ДПС тоже.
Я саппорт класс. Че еще расскажешь? На ком ты напомнил саппорт? На шопе. Ну, ты хочешь сказать, что это не саппорт класс? Ты даешь три метки стены, в принципе, все, что от тебя требуется. У нас блять, стало есть. Подумать другие, типа, не бафтуют. Ну, Локи вообще не очень бафтуют. Пососешь? Ну, да. Логи, ну, поехали бомбить. Яшу выводим первого, Войт Фьюри, дашь ему фир по уровню шип. Кстати, у нас сейчас все ДДшники бьют. Локи ничего не дают. 5 локов убило тебе. Фурфанга ебаного. Я про бафы рейда. СПД баф 13%. О чем ты говоришь? СПД баф 800. Ну и зачем он для тебя урон нападет? Понял. Кому урона? Шутка. Локом вонючим. Никто урон не бафал. Бафали. Локов никогда не резали, типа. Нифига. Резали. Нет. К сожалению. Кого там контролить? Жабу кому? Никому. Кому-нибудь. Я шо вводим. Шипни Войда, он не в элиты того шипа. Шипни Войда сейчас. Ури там выйдет как раз. Че, вводим Ури? Нет? Так выйдет Ури он шипом, мы его сейчас выводить будем. Просто чтобы он не бегал. Чтобы он не бегал. Шипни Войда. Войда шипни. Я его фиряю. Ури наоборот, вот сейчас выводим. Все, поехали. Сами выведите, то я шот на выведите. У нас сейчас, кстати, у босса 60% было. На взлетке. Нормальная тема. Подождите, пока на пулю. Иди нам. На пулю я не был. Это нам ханты вот это говорит, да? Угу. Не понимаю, о чем вы. Всякать на ту сторону потом иди. Там увидим его. Зарут от чего? Зачем? Можешь? Не. Зачем? Да. Так чё зачем? Там чё куча места дадим. Хуя там не куча места. Ну ладно. Какая разница? Шо? Сюда пойди, этот квартал лок иди. Просто чтобы мы в центре держались, как обычно. Чтоб потом не бегать, не ебать. 5 стаков, пизда. В ринда выводим. Как погибли воды? Повезло, блять, не снесла мне ебло. Ой, я испугался. Погребанил, отойдись. Мобов залечь. То же самое делаем.
блядь, короче, через кнопку залупа нажимать, блядь, иридарскую залупу. В эфире выбеги. Я шо, выводим? Что такое? Дайте ему что-то придумать. Отойти куда-нибудь. Наоборот, к луже. Отведите его отведите в ту сторону. К луже, от луже наоборот. К ней, ну, давайте. Там у блядь, в эфире как-нибудь. Это не спорить. Выводим? Давайте здесь, короче. Выходите. Хильте меня так, я пошел. А, ну го with free возьмем, да. Просто шип обновил. Все, with free возьмем. Три стак уже. Сейчас четвертый будет, и будет что делать? Сильно сложно прохиливать. А на пятом уже придется там выводить. Рендом выводить придется. Все, иди на пулю, да? Интересно, Яша, ты хоть раз спринты нажал? За файт. Не понял. Спринты хоть раз нажал за файт? Да. Если я проверю. Слушай, сиди там не умничай. Что ты, блядь, умничай? Бля, иди там сиди топ-6 рекаунта, нахуй, не пукай вообще. Урод. Бля, больно, Синг. Вот урод, блядь. Играет на переапанном говне. Не, переапан, вообще нахуй, пиздец. Ебучие близы нахуй, накрутили, блять. Ублюдки ебучие. Смотрел талант вот фиг? Ой, блядь. Чикала. Лишь нажал, смотри, бегу. Бегу, сука. Красава. Хоть тебя не переапали. На самом деле я теперь рад, что когда-то молнию переебашили у големов. Что, охренела тварь, блядь? Не, слишком много для такого говнокласса давали. Нет, это просто походу толечку этого Миюры ёбнутого, блядь. Ёбнул какой-то лемчик. Он решил, что, блядь, неправильно так. Он, видимо, просто на локе играет. Не, он на варе играет. Жалко. Успеем пойти? Конечно. Блин, нихуя не критует, тварь. Пиздец. Добавь крита. Я так сокетами крит делаю. Сколько у тебя крита? На данный момент почти 55. А в цифру? Вот сейчас. Цифра 888. Ну это сейчас, вот именно я сейчас открыл, посмотрел. А хочешь расскажи, сколько у меня? На. Хаку, да тебе на транс надо талант, или на чё?
У меня не таланты. Типа, это в талантах, конечно же, есть, но типа вообще так. У меня крита без МК, без нихуя 32%. А в цифрах это 929. Хули толку от этого крита, блять, в талантах, нахуй, блядская залупа, которая не критует. Грица тут либо 100, либо, бля, никак, реально. Хако желтал печеньку, я не помню. Нет. Там у него фул печеньки. Не, не удал. Я не знаю, куда он их брать. Зачем они вообще нужны? А, Хако? Ой, блядь, короче. Напомню, они не выйдут. Почему? Потому что в прошлый раз они не выйдились. Вот, да, сейчас да, такой же раз. Да курсе получается надо. Дайте там по. Отдай второму пару, там кому нужно. Или ты хочешь поменять что-то просто? 10. Не, у него по 10 у него нормально, у него там 2 пока. Вроде мне и у Леони надо на мейн, и все. А при чем здесь мейн? Не знаю. А где печенька, хак? А у тебя не фул, что ли? У тебя 3? Ты сказал, у меня есть печеньку на шапку самурая. Кто там второй попал? Я ее даже не ролил печеньку, знаешь, я всегда второй. Ты типа деда, да, не? На чоколаде. Ну зачем? Не знаю. Надо. Зачем тебе тут? У тебя ж есть только. Надо. Ну какой рестор даже не играешь, да? Да, да. Продекурсить там. Ты даже на нем не играешь. Что? Так эти последние осталось. Ну дай челу, которому это будет полезно. Ну а потом вы, когда начну играть, вы мне соберете кару, да? Когда ты начнешь играть, мне скажи. В Т5. Соберем тебе кару. Когда будем все фул Т5 бегать. Согласен? Зачем тебе... Пишите Ури, пусть спекнется в танк, потанчит. Давай! Т5 тебе может Т5. Можно будет на Т4. Угу. Давай. Россия может дать спекнуться. Да, я могу в танк спекнуться. Геймплей начинается. Град стрел выучен. А, давай. Старый заскамил на печеньку, пиздец, блядь. Я вам говорил, что типа давайте по этому. По очереди. Ну так сам тоже не лутал. По очереди. Ну просто типа ты же бегаешь вот так. Вот если бы я бегал так, то же самое было, не? Просто не у всех фуловый, там парочку человек осталось. Не хочешь, берись, я не знаю, нахуй. Мне не нужно. Будешь давать как сеночка или кто там по 20к. Зачем? Ну, чтобы в рейд еще взять пару элемчиков и пару энхов. Нахуй они мне нужны? В смысле? Для красоты? Некрасиво. Красиво. Вы можешь мне дать, я буду 263. Да Глю, я давно предлагал, типа, просто каждому по печеньке, типа, и все, и... не начинать. Ну так. Да, каждому по печеньке. Сидя челы, которого на мейн надо, понимаете? Вот в чем суть.
Вы будете... Им нужно на мейн, а вы типа на офф будете лутать, ну это странно. Не, ну ладно, еще на офф, ну типа на офф, на котором ты вообще не играешь, ну типа тоже такое. Ну типа я тебя вообще ни разу не видел. Ну типа только он только один раз был на этом. Но у меня этих, как их, баджиков 482 баджика, типа мне один кусок выпадает, и я остальное все покупаю. Ладно, что хочешь. А типа, ну а какая разница, даже если ты договоришь, что ты же вроде не лутал за последний там. Я раз. Последний раз лутал в феврале. Какие вопросы? Вот, все, в начале февраля. Да, ну, не знаю. По логике, мы после следующего токена должны этому отдать ури и все. Ну, типа, я кому хотите отдавать, я там следующий полутаю через месяц. Ну, Блять, ретник уже сделан? Рафланд Кека, блять. Ну да, пошел я нахуй, говорится. Вот это правда, согласен. Ну, думаю, последний остался. Там уже Уричу мы вот собираем, и он играет раз через раз. Что мы его не собираем? Он ролил? Ну, если... У него вроде три тоже. Две. Ну и чё, он играет через раз. Ну типа сейчас у ДКшника три, у меня три, и у этого три. Ладно. Я бы всякий последний отдал бы, да и всё. Мне, кстати, Т4 в банке лежит неапнутый, надо тоже забрать. Я вообще ничего не брал ни разу. Сколько уже хожу, ни разу ничего не поутал. А, хилы внутрь надо зайдите. Надо тоже себе забрать, блять. То, что мы хилы внутрь зайдите. А чё, на ретрика это пламя, может уже колбу, типа... А, на колбу тебе никто не даст. Бать, ты придумал. Да-да-да. На колбу в первом еще не подумал. А чё, я уже видел кого-то колбу. Да? На втором рейде. Не, упало. Не в вашем, просто, ну, типа... В этом. У нас во втором рейде упало. А вот. И кому отдали? Там ретрик какому-то рандомному, который, наверное, завтра изделили. А почему не тебе? Потому что я был в хапале. Так ты же там в ретрике на сурке ебал. Теперь у нас уже... Mm-hmm. Как там по мейну? Сначала типа мейны идут, да? Мейн спек типа. Да. Где? Во втором? Вообще в рейде. Ну, в гильдии. Короче, рандомно, вот как придумаем, так и иду делать. Хуяся. Ну ладно, ну, типа... Ну, словно, если челик там, не знаю, пару... Там, недель назад пару КД сходил... У него после ЕП не будет, чтобы забрать. Ну, если он один, допустим... Не, подожди, а то есть, если, например, старичок, там 45-40 косарей ЕП, типа, он забирает любую шмотку на офспек, похуй, типа, какой-то... Не, ну, на офспек нет, на мейн. Сначала мейн. Такого нет, поэтому мы отдаем всем подряд рандомам, которые пришли, стрика ЕП, нормальные шмотки. Не, ну не прям уже нормальная. Сколько хуесосом я сану бы печенек поотдавал, все поливали, блять. У меня был 264 друга. Все пидорасы. Один ты Д'Артаньян. На самом деле, да. А чё, сегодня ульду поставил? Я запулю сейчас. Прикол. Блять, сегодня же еще ульда. Погибли, кстати, убили на 7 минут быстрее, чем в прошлый раз. А, был еще приз же такой же, да, у нас, который, когда зашел ДТшник, ему отдали утешение. И печеньки Т4, где он? Его что-то нету, блядь. Грек, который, что ли? Нет, другой приз какой-то был, вообще хуй пойми, откуда он. А такое мы всегда тогда... будет, такая хуйня. Мы тогда спрашивали, а нахуя ты ему отдаешь, он только в рейд пришел. Вообще мы не знаем, кто это, ты ему отдал Т4 и хиловскую триню. Он чел на успех нужен, который тут ходит всю жизнь, да? Ну нет, ничего. В итоге чел пропал. Ну да, вот. А нахуя для нее, я не спорю я про по... успехи. Я по такой же теме сижу без это, без Т4 реестра. Ну чел пришел, блять, первые КД ему отдали, ну такие важные, блять, шмотки, которые... Сопроты все песни?
Что? Порог ЕП просто надо въебать, с которого шмотку можно ролить. Что в хеллсайдах, типа, постоянно учеников надо на мейн спек, типа. Там тоже в гудфазерах тоже челиком. Как это шо? О, блядь, надо макрос. А чё у тебя за этот редрик? Шмот на день просто? Пурим-пурим. Пам-пам-пурим. Коплю. Угу. Так, алебарда, запы. Не, ну такое говненцо. Не, у него... А далеко. Токенов вообще что ли нет? Ну, из такого ценного только, блядь, алебарда, нахуй. Ну и два карты. Да нет, что? Ну, пояс бисовый нормальный. Алебарда бисовый этот. Ну, а, сейчас... Ну, плащ нормальный. Да, надо считать, типа, по поясу, по всему. Сейчас бы агилы... Польс нормальный тоже. Нормально у него все. А, ну, мы, видимо, просто планы заниматься этим. Офиг, в общем. Да. Я что там? Я всякой тут. Ждем ключа. Получается так, что мой редрик сильнее, чем углю. Достаньте все макросы. Никогда его не пользовался. А я пользовался, мне нормально. О, господи, давайте после босса, типа, трэш там. Типа, реально, не прикольно будет ждать, лучше давайте пойдем там трэш. Мы же босса, да, реально. Ну, типа, да. Быстро босса убьем, все, иди там пуль сразу. Да, и, блядь, ТТМ поставим. Че там первый какой? Лайтнинг? Лайтнинг. Он же туда наберите. Да. Точка. Собираем. А чё не нажал? Не понял. Понял. Ладно, 5 минут АФК. Я не понял, почему. Рискин за ЭВД, мастер. Сейчас даст стресс. Фрики. Нажимал. Макрос вынес. Найс макрос. Это позор. Позор Орды. Скинь макрос. Я отойду. Это великая победа этой обливии. Дед, баны. Только от фулл-фокуса создание не потерять. Лапу бахнем. Блядь. Что, я жму геру и ливаю, да? Да. Все в твоих руках. Дипуляй.
этот, как его, печка, там есть место в это, в ППшке? Пуляй. Где? В ППшке. Я за орду, браза. Так я тоже за орду. А у тебя какой уровень? Ой, 49 вроде. Браза, у меня 41. Ну, я... Сферу, свич. Все, короче, все те, кто могут открываешь. И мы идем. Так что, мне дальше по боссу играть? Можешь играть. Жалко опять пед... Блядская бледина. Сори, я не захилю. Все, я западу. Ни одного у меня кнопки не жмут. Да он шотается, блядь. А, я думал, я не уследил. Я просто дал ему щит. Чего он умер? Сбить. Это был первый, по-моему. А, ну. Ну ладно, не первый. Всем похуй, чел, иди босса бей. Понял. Священный огонь. Кара. Рисвин. Кара. 3 секунды декаст. Да собью. Я Пета нахуй ты убил. Лучший. Пошли, я не могу! Я кастовал в него, я дал ему щит, он умер все равно. Там мать дома. Аркановый. Стали попасть. Я Пета вызываю, мне пох. Че, Гера пошла? Да, нахуй. Да уже, я, блядь, сижу, пятый кастую, нахуй призыв. Я честно его хилил, честно. Я видел 2к хп, 6 секунд. А я дал ему щит. Я дал ему щит и флешку не успел докастовать. Я жал кнопку. Значит, глюху Иисус. Я просто не успел чуть флешку докастовать. Но даже она, скорее всего, она бы не спасла. Я вообще не понял, как щитом пробил. А я не понял, как не нажалось, почему. Потому что ты хуёвый. У тебя из-за пива глаза заплыли. Я такой же, как и РЛ. Ой. Погиб. Босс скоро пройдется. Мы победим. Тайные руны осталось закрыть. Еще одним. Поугью, все на месте. Осталось выжить. Живем, бля, хилимся, живем. Лавинекс. Центр. Я с шоколадом в пати повезло, опять не умер. Боец, если есть. А если нет? А тогда нахуй иди. Надо убрать этот тотем, чтобы опять сдох, да, типа? На член себя отрезать. Когда Пет умрет. Он тотем реально убрал. Где он стоит? Ты чё, дурак? Вот. У меня 7 секунд дебаф был. Яда. Так он мне 0-1 снимает. Ну не 7 секунд же. Ты его убрал, я смотрю, там 25 секунд. Слышу, ты новый тотем ставишь. Хотел попробовать, типа, Пета моего убить. Ты, видимо, не очень понимаешь, как это работает. Интересно, а там, блядь, кибучие, вонючие радужные осколки подешевели? Нахуй они столько стоят? То мне надо голду нафармить фармить чуть-чуть. Ну зачем себя голда? Мне надо Яше отдать. Сколько? 80к. Хорош. Яше. Там не знает, да? Как-то с этим Стиписом походить. Он там походу только я знаю.
такого не знают. О, колечко. Старый не в курсах, бля, реально. А вот этих два можно таскать, да? А за что поднимаете? Безумная кота, блядь. Что за что? Подстакать хотел на этого, надо, да. Ну пускай берет. За что 80к? Мне все равно 4 спека нет пока. Это то, что я гомелю 200к занял. А я что здесь при чем? Его не я шарит. Занял ему, чтобы он занял гомелю. Не, Яша занял 80к, чтобы я одним трейдом просто... Давай, 200. СС. Типа он... Типа ты богатый, да? СС китай его. Слот покупаю. Так что вы в Тумора уже раньше закрыли, чем у Гомеля? Ты не видел пинка у Гомеля в Дейсе? Про голду. Я не у Гомеля, не у Дейсе. А не пизди, отсос. Серьезно? Там чел просто пингует, типа, мужики, 200к надо. Есть такие бразы, типа, Синг-Сонга. Понимаю, блядь. Занял 50к, называется. Бывает. Ты вот на этом, как брат Катамилку займи. У меня есть мозг. Да, блин. Я придумал, на X5 можно будет ник назад поменять, когда я в Эридара буду спикаться, там бесплатный ренейм. А мага можно будет удалить, нахуй. Я рад, сейчас не качаюсь. Я не качаюсь. А мага, короче, альфа-бездный ему сделает тоже ренейм. Гениально, блядь, я вскрою вены, блядь, пока эти кусты делать буду. Тут на лестнице, давайте, пан. Тут он уже инвизный стоит. Инвизный. Можешь залить? Давай. Продал ОД. Теперь богатый. Сколько продал и как продал? Не обновили ее? Шарами. Сколько ты ОД проебал? Ты ж 20, нет? Ебала, нахуй ты это делаешь? В смысле, зачем? Сейчас ДСы ведут, блять, на неделе нахуй. Сколько тысяч сейчас топа? Ну, может, через 20 день. 20к ОД на шары слил. Ну да. Лох. Сейчас да въебут, сейчас въебут ДСы. Мы сейчас на гнев идем, да? Да, давай. Нет. Я тоже поменяю. Я тоже не могу. Почистим сначала. Да, почистим с него взять. Чего? Во-первых, если ДС по 10к ОД будет стоить, его продать очень можно. Вот будет ты подумай своей головой, нахуй ДС будет стоить 10к, нахуй. Если шмотка, нахуй, стоит 14к, которая 264-я, нахуй. Чтобы выкачать, а на крафт шмотки, нахуй, идет 6 ДС. Чтобы ОД выкачать. В очко выкачай себе, блядь. Ну, блядь, по такой же цене вообще-то и эти стоили. Ты представь жизнь. Себе разницу, нахуй, 10к ОД он никак не будет стоить. Нахуй. Бля, это та же самая логика, что и со сферой рыцаря. Но. Сфера рыцаря дорогая. Сфера там, рыцаря в 2 раза дороже была, нахуй. Там она косарь ОД. 20 шаров. А ДС на x2 сколько? Алло, её вели, когда уже фармили. 450. Когда сферу рыцаря ввели. Или 3750. За ОД. Ну будет он 6к стоить, еще хуй с ним. Когда ее уже фармили, блядь. Ну не 10к, да. Там после ИВК его ее ввели. А после почему не 10к? Ну потому что админы тогда вообще ебанутся его. В этом есть логика. Нету вообще никакой логики. Если на крафт 6 ДСов идет, я, блядь, опять я за ОД покупать. Если ты за ОД, блядь, за 10к покупаешь целую шмотку, блядь. А куда тебя девать сюда? Шарики. А, да. Бля, там чё с нахуй, смешариков пересмотрел, блядь. Синг, где сколько вот этот синг? Мне 50к. Сколько? Это из-за грани. Сколько синг? 50к. Нахуй мне тоже 50к. У меня тоже 50к. Ну как-то.
А чё так мало гнаты что... делаешь? Потому что мне, 90. Мне похуй. Я недавно много УД потратил на шмотки. У меня 140. Я тоже тратил 140. На шмотки. Куда я УД сливаю? Ну, иногда беру... впадло что-то делать. Взял, пошел шариков купил, продал. Или распылил шмотки на кристалл. Почему ты меня осуждаешь за то, что я продаю шарики, когда ты делаешь дуже зло? Было не близко, даже к тому моменту, как в ДС. Что давным-давно до целка. Да ДС не выйдут никогда. Не актуально. Да не, выйдут, потому что это я ебал. МДС будет за 20 КОД, и то, что они сейчас 30 каналов, это типа... Нет, делаешь. За десятку, мне кажется, будет. Да это бред, это десятка. Это будет так охуенно. Ну вот посмотришь. Я прям буду смотреть на всяких варчиков по один в ДК и буду... 25 ДСов, удачи, бразы, бля. А для этого, для ВХ тоже надо будет ДС? Да, да, и потом для кастеров, когда ХМЦЛК начнёт. А где на роге похую, бля. Ты на роге что там ждешь? БТ? Это БТ еще, блядь, 3 года нахуй игры. 1x10, блядь, там вроде что-то такое есть. Ну, у меня, кстати, там рога есть, там вроде персов нельзя. Вот, кстати. Персов нельзя регать уже, но которые были уже, их можно использовать. А там как раз прист первого левела. Вот эти там этот тридал в Санвеле, типа, или как его там. Блядь, и в помойке. И погнал. Ну, через 5 лет, когда они весь БК-контент выпустят, они что будут? Катаклизм выпускать? С тремя олегами. Бронзовые свечи. Классики они будут выпускать, блядь. Туна нахуй. Не, они просто что-нибудь скаты импортнут и все. Коленки через жопу сделают. ОП какие-нибудь. И просто сам кастомный какой-то придумал. Пока эти 5 лет пройдут, они 5 миллиардов заработают, блядь. На ДС. Ну да, и сейчас. Если сейчас ёбнут X2, так там вообще. А вы знали, кстати, Сильвернейм на Сирусе играет? Кто? Сильвернейм. Откуда профы? Мы на стриме говорим. Кто это такой? Не знаю. Тогда похуй. Популярный ютубер. Какой? Нарезки выкладывает. Ой, Ярасик? Популярный ютубер. Верный. Герасик. Он еще на этом в ТикТоке выкладывает видео. Фанат Головача. Головача? И подсос, верни шаверму.